Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые друзья, с наступающим Новым годом. Меня пригласили поучаствовать в прямом эфире с гражданскими активистами города Алматы. Они сейчас на площади, я сейчас присоединяюсь. Хотел бы всем пожелать в новом году счастья, огромных перемен. Мы все их ждем. Мы не просто ждем, мы боремся. И я убежден, что число наших сторонников в этом новом году будет больше. Мы планируем добиться успеха. Успеха добиться смены этого политического режима. По этому поводу я хотел бы сейчас переговорить с группой активистов, которые заметны, именно гражданские активисты, которые заявляют о своих правах, борются за политических заключенных, озвучивают свои требования. Вы их в этом году много видели, слышали. И я хотел поблагодарить ребят, что они меня пригласили в эфир. Алматы – мой город, в котором я провел и часть студенческого периода, и работал, занимался бизнесом. Этот город для меня очень... Здравствуйте. Салам алейкум. Салам алейкум. Тараға жаңа жылдарыңызбен. Жанұяңызға, жанұяңызға бақыт, береке, несібе мол болсын. 2020 жылы үлкен өзгеріс жылы болсын сізбен бірге. Рахмет. Өзгеріс болды. Я кел. Снегурочка. Снегурочка, ау. Снегурочка. Здравствуйте, Мухтар Кабулович. Здравствуйте, здравствуйте. Поздравляю вас с Новым годом. Спасибо. Мы желаем в этом году всем казахстанцам, вам счастья, здоровья, всей вашей огромной компании 16-12. Жанни Бойси, мы очень рады, что вы нас так объединили, что несмотря на возраст, наше социальное положение, у нас такая большая, дружная семья. С Новым годом, с наступающим, Мухтар Кабулович! С Новым годом! Жанна сейчас тоже в эфире, она смотрит. Жанна, здравствуйте! Мухтар Кабулович, с Новым годом! Желаю вам счастья, удачи, терпения! Мы поддерживаем вас и всем казахстанцам, которые сейчас видят этот прямой эфир. Я хочу пожелать успехов, счастья, перестать бояться, перебороть страх, стать смелыми и мужественными. И сегодня я поднимаю бокал за Казахстан без Назарбаева! Ура! Ура! За Казахстан без Назарбаева! Я хотел поблагодарить за то, что вы организовали этот разговор. Хотел поблагодарить наших героических женщин, за которых стояла вся наша страна. Наши героические женщины, они показали, что... Не надо ничего бояться, мы изменим эту страну, мы добьемся перемен. Я счастлив, что нас много и нас будет в Новом году еще больше. Давайте мы поднимем тост за наших героических женщин. С Новым годом! Давайте, давайте. Мухтар, сізді тікелей эфирде көргенім, өте қуаныштымын.
2016-тан бастап бесінші жылы қатысқанбыз. Ел үмітіміз және дұрыс естілмей жатыр. Естілмей жатыр. Қайрат, мен естімей қалдым. Рахмет, рахмет. Алда, Қазақстан. Қайрат, я не слышу. Мухтар Габулович, так как здесь... Кайрат, что-то очень плохо слышно, еле-еле. Может, трубку закрыли? Телефон? Плохо слышно. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Біріншіден, екіншіден Мұхтар Қабылұлы. Биылғы жаңа жыл бізге жаңа парламенттік басқару жүйесіне көшуді Алла нәсіп етсін. Бізде парламенттік жүйеге көшкіміз келеді. Сондықтан біз осы Алматы қаласының белсенділері, бұдан кейін Алматы қаласының белсенділерді бір-бірімізді белсенді активистермен халық депутаттар деп атасақ деп отырмыз. Сондықтан осы жерде Алматы қаласының халық депутаттары тұр, болашақ ел басқарушыларды деп есептейміз. Аман болайық. Мына біздің санымыз өсіп келатыр күннен күнге. Аман болыңыз. Жемісті күндерде кездескенше қазақ елінде. Димал вас поздравляю. Сен туғанда не келдің? Соншама радоваться еттім. Ой, сені түрмеге отырғызғанда біз астанда болдық. Содан кейін сот түрмеге отырғызды. Сонда мен ылғи сол күннен бастап ылғи Аллаға сыйындым. Әртүр тірішікші. Тірішік. Сен шыққан күні соншама қуандым. Аллаға соншама рахметімді айттым. Анам, қоя тұр дейсің. Мұхтар, жаңа жылыңмен. Рахмет, сақ болыңыз. Бақытты бол. Қойған мақсаттарыңа жетесің. Біз жай адамдардың артына бармаймыз. Барлығымыз. Бүгін барлық Қазақстан сенің артында. Анау ел айта берсін. Білесің ғой, біздің қазақтың тары ғой. Бірақ енді бауырың ғой енді. Кешіре саласың ғой. Қазақстандаймыз, не істейсің енді? Бақыт тілеймін, денсаулық тілеймін. Қазақстанға келесің. Келдіреміз. Тіпті келмеймін десең де келдіреміз. Командасы сондай. Ылғи сондайлар. Туши свет, бросай гранату дегендей. Рабочий движение Қазақстана сені өте күтеді Қазақстанда. Рахмет, рахмет, Сапир. Жаңыз бұнмен. Рахмет, білген болсын. Мұхтар Қабылұлы, ассаламу алейкум. Жаңа жыл келе жатса құтты болсын. Мынау қазақта айтады, шешілген суда тайынбайды дейді. Менің ойлайтын мақсатым енді осы бастаған ісімізге аяқтауға үміттімін. Сол үшін жаңа жыл құтты болсын. Рахмет, рахмет. Саламатсыз ба, Мұхтар Қабылұлы? Саламатсыз ба.
Және қазақ елі сіздер келген жаңа жылдарыңызбен құттықтаймыз. Сіздерге барлығымыздың ортақ мақсатымыз орындалсын деп тілейміз. Дендеріңіз сау болсын. Енді болашақта тек қана жақсылық болсын елімізде. Сізге де көп рахмет айтамыз. Осы соңғы екі жылдың ішінде осы ұйықтап жатқан халықты оятқаныңызға көп көп рахмет айтамыз. Сізге ең бастысы шаршамаңыз дейміз. Қайратыңыз сау болмасын. Шаршамаңыз иә, бәріміз бірлікке жақсылыққа жетеміз, жеңіске жетеміз. Мен ұмытып кетіпті айтып. Сен алланың баласысың, арқаң бар. Ұмытпа соны. Сен алланың шықты. Мен қазақтардың бәрін айтам. Мұхтардан жүрді өлтіріп жатқан кезде алла сорып алып сендерге берді. Қазір мұхтарды, қолдамасаңдар, құрдыңдар. Қазақстан құриды. Мұхтар кел. Бәрлі қазақтар қосып отыр. Рахмет. Давай тұр. Мухтар Хавулович, мы рады очень вас видеть. Поздравляем с наступающим Новым годом. Мы вместе с вами хотим, чтобы вы быстрее приехали. Желаем вам здоровья, самое главное. И мы ждем. Казахстанцы ждут вас. Спасибо. Мұхтар аға, жаңа жыл құтты болсын. Келесі жаңа жылды сізбен бірге қарсылайық. Ура! Мухтар Кабулович, я очень мечтаю, чтобы вы поздравили казахстанцев на канале 16-12. Мы ждем этого, и мы дождемся обязательно. С наступающим вас! Спасибо, спасибо. Официальные представители ТВК. Добрый день, Мухтар Кабулович. Мы основные пожелания, что в следующем году все ваши программы начали работать. Да, спасибо. Кстати, от Асхата Джексибаева лично привет вам. Кстати, он сейчас находится в Талтуркургане. Уехал отдыхать. Сырындар, сырындар, ағысыз. Абизарин. Пока ждем, кто еще подойдет к микрофону. Еще раз. Алла! Мұхтар құрдасын, сені халқым сағырып отыр. Жаңа жылмен құттаймыз. Аман есен елге орал. Бақытты бол. Рахмет, рахмет. Все, болды ма? С Новым годом! 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 Сейчас, говорите, Мухтар Кабулович. Я хотел поблагодарить всех наших граждан страны за активность в этом году. Была невероятная активность. И я хотел бы отметить, что Алматы всегда была главным двигателем. Но в этом году у вас появился тоже партнер, это Астана. И в этом большую роль, я думаю, сыграла Алматы. Очень огромную роль. Именно в этом году мощнейший толчок был, когда 1 мая был митинг в Алмате, в парке. И после этого пошли процессы по всей стране. Матери, вот наши женщины-герои здесь находятся. Я хотел поблагодарить Кайрата Клышева за то, что он подал идеи вот организации таких прямых эфиров. Это очень сильно помогает нам. Я хотел бы вас, Кайрат, отдельно поблагодарить. Алматы в этом году сильно себя проявила защиту политических заключенных. Вот вчера сообщили, что вышел Искандер Еримбетов. 7 сентября... Минимум 150 человек на Арбате вышли. Тихо! С плакатами. Да, тихо вы. Свободы политических заключенных. Вот Асхат Джексибаев, ему отдельная благодарность за то, что он упорно стоял на площади,
на пикете, подал пример, и теперь у него очень много последователей. Алмата очень много сделал для того, чтобы сознание людей изменилось. Я надеюсь, что теперь и Алмата, и Астана будут двигателями всех процессов в нашей стране. Я вижу на площади очень много наших сторонников. Я уверен, что мы добьемся перемен. Именно вы подаете пример всем нашим гражданам. Вы уже ничего не боитесь. Теперь я уверен, что мы добьемся успеха. Я хотел бы поблагодарить вас. Поблагодарить за то, что вы такие смелые, энергичные. И в новом году я желаю всем нам добиться перемен. Новых перемен, новую страну, новые надежды, они должны реализоваться в ближайшее время. С Новым годом! Еще раз хотел сказать, Жанну Боту забыли поздравить. Жанна Бота, вам тоже спасибо. Команде 16-12, Михаил Тишину. С Новым годом вас! Вот, еще вот. Жанка, за тобой есть тыл, за это не переживай. Мы тебя никому в цепки и лапки, лапки, не лапы даже, не лапища, а лапки этой мелкой подлой власти не дадим. Всем салам, всему Казахстану я передаю поздравления с Новым годом. Алға ДБК! Алға ДБК! Алға ДБК! Алға ДБК! Алға ДБК! Алға ДБК! Алға! Жаңа жыл! Жаңа жыл құтты болсын! До свидания, Мұхтар Габылович!